Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Вот. Маленько я отдохнул, помотался, съездил на моря, набрался сил. И от этого, как бы сказать, долго не снимал никаких видео. Но осталось у меня одно небольшое недоделанное дельце. Это, конечно, завершить розыгрыш. Вот, по моему крайнему видео. Ну и, конечно, мы это дело сделаем. Ну, а таким образом мы заодно проверим, отсечем случайных людей, которые, как бы сказать, заходят чисто получить приз. Мне подписчики часто, как бы сказать, задавали подобный вопрос, да, то есть как так, мы вот тут подписчики, люди некоторые просто залетают, чтобы там на розыгрыш попасть, на раздачу, на халяву, говорит, и я как бы писал, мне, говорю, ни для кого не жалко, но с одной стороны, конечно, поддерживать именно подписчиков, оно, конечно, грубо говоря, как-то более правильно, да? Вот, ну и всех как бы отслеживать, когда сотни комментариев, и смотреть открытый, не закрытый аккаунт, там, подписан он, не подписан, то есть это тоже такой определенный труд. От этого, сделав такую задержку в месяц, да, с видео, мы сейчас посмотрим, потому что некоторые люди, которые случайные, они потом больше не заходят на канал и... Ну, не смотрят, потом просто забывают, да, грубо говоря. Ну, а настоящие подписчики обязательно вернутся и, конечно, посмотрят, да. Вот, ну и сейчас мы разыграем этот приз. Приз у нас стульчик, сделан из стального каркаса, да. Такой хорошенький, видео вы видели. Что для этого требуется? Для этого потребуется зайти на это видео. Мы на него заходим. Традиционные рекламы уже начнутся, прям эти, куда не сунь, одни рекламы. Вот, смотрим, сколько там людей отписалось, да, и розыгрыш именно будет у нас происходить по комментариям. Вот что нужно дальше сделать, то есть кто оставил комментарии, ну, и среди них будет розыгрыш. Копируем данную ссылочку, заходим в рандомайзер, вставляем ссылку данного видео, это вы уже видели у меня много-много раз. Определилось количество просмотров, комментариев, видим, что на фоне моя заставка, и нужно нажать кнопочку «Мне повезет». Вот, ну и хочу сказать, почему у меня пока никаких видео про рыбалку нету. Летний период, много дел, подготовка к сезону, да, и на Дальнем Востоке у нас, уважаемые зрители, очень-очень много воды, дожди, если так можно сказать, да, ну, я, конечно, чуть-чуть сейчас скажу неправду, да, но можно сказать почти каждый день, да, вот, ну, сейчас уже третий день подряд дожди, реки все вышли из своих берегов, да, Амур в очень большом таком уровне воды, приближаемся к 2013 году, ну, пока не могу ничего прогнозировать, но что-то с рыбалкой у нас вообще не катит, потому что весь сезон открытой воды, вода большая, все смывает, все несет, все реки текут. Вот, ну давайте определим нашего победителя, и осталось только нажать вот эту кнопочку «Мне повезет». Нажимаем, видим, ищет, достаточно много комментариев за месяц накопилось. Рандомайзер у нас. Вот он и победитель. Александр Березовский. Хорошо отдохнули, а у нас тоже дожди. И тын-тын-тын, там что дальше я не могу прочитать, ограничено. Ну что, Александр, поздравляю, вы выиграли этот приз. Стульчик. Отправка будет происходить в любую точку мира за счет победителя, да, как бы сказать. То есть, Александр, это будет, как бы сказать, отправка за пересылку вы заплатите, да, как бы сказать, а либо при получении, либо сразу же, то есть как угодно это можно заметить. Вот, и наши искренние еще раз поздравления от всех, я думаю, подписчиков и зрителей моего канала, да. Напишите на электронную почту, мне электронная почта, она есть под каждым видео, и мы там все уже моменты согласуем. Вот. Сейчас я отдохнувший, уважаемые зрители. Энтузиазм у меня тут последнее время по снятию видео маленько подугасал, потому что в жизни есть тоже
какая-то, ну, как бы сказать, своя такая струя, по которой ты движешься, и все-таки реальная жизнь, виртуальная, да, там, в каком-то там, как правильно сказать, какой-то сети, да, она очень сильно отличается. Сейчас модно, люди погружаются в эту виртуальную реальность, но я считаю, конечно, это неправильно. И, конечно, в первую очередь нужно ценить эту настоящую живую жизнь, которая происходит за пределами сети интернет. Вот. Ну и, конечно, сейчас, если Бог даст, и дожди у нас прекратятся, будет очень плотный сезон осенней рыбалки. И если, конечно, будет все хорошо, да, я имею в виду с погодой и с уровнем воды, я постараюсь снять очень-очень много интересного материала. И буду в зимний период времени это все монтировать. Ну вот, уважаемые, все, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч. Еще раз Александра поздравляем с победой. До свидания.